Пришло время клубнички. Она уже поспела на грядке. Я вот, видите, набрала разной степени зрелости. И, конечно, чтобы не упустить возможность, я решила с них сделать отпечатки. Я потренировалась, сделала зеленые. В принципе, даже очень хорошо видна фактура, зернышки на них. Это были маленькие зеленые. Вот они, отпечатки. То есть, в принципе, неплохо взялось. Но они были очень жесткие. Как возьмутся такие мягкие и будет ли хорошо видна фактура? Сейчас проверим. Ну, по крайней мере, вы сможете посмотреть мой эксперимент и сами попробовать. Ну и посмотреть, получится у меня или нет. Вот я разной степени, видите, повыбирала. Прежде чем делать отпечаток, мы освобождаем очишелистника с помощью пинцета. Аккуратно. Конечно, взяла еще маленькие зеленые, чтобы точно получился отпечаток. Так, здесь у меня разведенная фэри с водой и герметик. И сейчас покажу, какой. Ну, в предыдущем мастер-классе я показывала, какой я использую. Вот, силиконовый. Выдавливаем еще раз небольшое количество. Смачиваем руки. Собираем. Так, все собрали. Еще раз проминаем. Так, чтобы не получилось больших трещин во внутренней части. Так, ну вот на эту хватит. Спелое. Пробуем аккуратно. Придавливаем. Собирая к макушке. Не знаю, что получится. Но надеюсь, что получится. И мягкими движениями сдавливаем со всех сторон. Сейчас немножечко воды, чтобы не липло к рукам. И немного даже можно поприкатывать. Наверное, стоит больше брать герметика. Что-то он у меня поехал. Ладно, сейчас попробуем еще один. Долго не мните, потому что он начинает засыхать. Так, если посмотреть, хорошо берется. Так,
главное тут тщательно распределить герметик, чтобы не было тонких частей. Ну, остальные я сейчас тоже сделаю. Они у меня высохнут. И я обязательно покажу, что же у меня получилось. Это даже какая-то овальная получилась такая форма. Герметик высох, но что-то я не уверена в получившемся результате. Они стали мягкие. И, по-моему, они внутри сварились. Ну ладно, вскрываем. Да. Чувствую, это будет... Ой, интересно. Ну, как бы так сказать, что получилось? Варенье. Кошмар. Слушайте, а фактура классная. Так, сейчас помоем. Ну, на первый взгляд, вроде хорошо отпечаталось. Но необходимо пробовать делать саму ягодку. Давайте следующий. Так, вот который более зеленый был. Сейчас попробуем его вскрыть. Тут с ягодкой более-менее нормально. Но тоже фактура хорошо взялась. Посмотрите, какая прелесть. Так, они у меня сейчас высохнут. И я попробую сделать ягодки. Но вот в этом вот зеленом варианте мне фактура нравится больше. Но это надо смотреть. Тут не отпечаталось. Так, скрываем следующий. Вот еще мягкий. Надеюсь, не зря пожертвовала ягодками. Так, и где еще один зеленый? Вот.
Ну, в принципе, отпечаталось хорошо. Ну, сейчас буду пробовать сделать слепки. Пришло время посмотреть, что же у меня получилось. Удачные или нет отпечатки. В общем, вскрываем. Кое-где плохо пропечаталось, но это ничего страшного, можно подправить. И еще один. Очень удачный. Так, остальные я уже тоже вскрыла. Есть замечательные, удачные. Посмотрите, какая получилась фактура. Несмотря на то, что внутри ягодки сварились, но отпечатки достаточно хорошие. С ними, конечно, необходимо еще поработать, окрасить, проработать зернышки, чашелистники и ягодки вполне даже хороши. Так что считаю, что эксперимент удался. Это вот так, оно уже почти отошло. Можно обрезать лишнее. Так, где тут провалы? Можно чуть-чуть доработать. Так. Вот это вот уже более отошла от заморозки. И можно слегка попридавливать вмятины там, где их... Там, где они не отпечатались. Конечно, такой слой глины будет сохнуть, я думаю, дня два. Поэтому обязательно покажу после тонировки. Вот такие ягодки у меня получились. Я давно хотела сделать именно большие, переспевшие. Фактура, в принципе, хорошо видна, особенно у маленьких. Конечно, предстоит еще над ними поработать, именно при создании отпечатка. Потому что в процессе высыхания у меня у некоторых ягодок поехала фактура. Вот видно. Поэтому, думаю, в основу для именно крупных необходимо делать что-то, вкладывать.
Работать с такими молдами можно. Поэтому считаю свой эксперимент даже очень удачным. Так, это настоящие листики. Отпечатки я уже сняла, но не успела слепить. Вот тоже очень хорошие получились. Больше всего мне нравятся именно маленькие. На них отлично видно зернышки.